Итак, добрый день. Сегодня у нас с вами будет несколько различных тем. В первом видео я сейчас покажу по оформлению наших фасадов. А окончательному оформлению это мы с вами дадим и название чертежа, и поработаем со штриховками, и что должно отображаться на наших основных фасадах. И, соответственно, с чем мы с вами будем работать. В первую очередь, говорю о том, что это видео посвящено для, в основном, моих студентов. Если какая-то информация отсутствует в видео, значит, она есть на портале. В дальнейшем у меня будет несколько видеоуроков. Я разделил специальные плейлисты для студентов, для начинающих по AutoCAD и по Revit. Но там еще несколько дополнительных программ появится. Но об этом все немного позднее. Поэтому, если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я постараюсь на них ответить. И, соответственно, буду записывать дополнительные какие-то видео, если кто-то выполняет вспомогательно, пользуется моими уроками для своей какой-либо работы. Итак, приступим. Для начала мы с вами работаем с фасадом. В прошлых видео мы построили фасадники и, соответственно, в соответствии с планом переносили. Но также разрез, но о разрезе буду говорить немножко позднее. Сначала на примере работы я буду работать с фасадами. Сейчас немного подредактирую толщины линий. Надеюсь, что молодой человек, на основе чего проекта я это делаю, увидит. И я ему не вынес это как ошибку еще, потому что просто не заметил. Всегда есть человеческий фактор при работе с чертежами. Итак, настрою толщину линии. Что нам необходимо для фасада? Начнем с самого примитивного. Нам нужны оси. На фасадах отображаются крайние оси, ну и расстояние между ними. Вспомогательно я привяжусь к оси с моих планов, потому что благодаря этих планов выполнялось построение фасада. Я подсвечу ось, воспользуюсь функцией «Сделать текущим», чтобы не искать какой там слой. Сделать текущим и начинаю с привязки по оси тянуть эти линии вверх. Они у нас с вами, лучше включу ортогональное ограничение перемещения курсора, должны немножко накладываться на наш план с фасадами, но не полностью пересекать его. Соответственно, теперь я выровняю, чтобы они смотрелись более-менее нормально. Да, потом я их еще подрежу, чтобы они не было такого большого пустого пространства. Выделю буквенные обозначения на моих осях. Скопирую их по верхнему краю, привяжу и поверну текстовое обозначение, ну, чтобы было более правильно. Дальше что? Нам нужно задать название нашего чертежа. Название чертежа для тех, кто будет делать с нуля, текстовый стиль должен быть высотой 5 мм. Название чертежа, обозначение в осях, это высота текста 5 мм. Во всяком случае, должно использоваться так для данного типа чертежей. Я скопирую название нашего чертежа с других планов, которые были ранее разработаны. И просто переименую его. Отключу ортогональное ограничение перемещения курсора. Называться будет данный фасад по моим крайним осям, если смотреть слева направо. Фасад будет DA. Соответственно, я его называю фасад DA. И выровню, чтобы он смотрелся более адекватно. Дальше что? Мне необходимо задать штриховки. Для штриховок мы с вами пользуемся тем слоем, который уже у нас был изначально создан по предыдущим планам, когда делали планы этажей. Если кто выполняет этот проект с нуля, то есть не с нами вместе, то показатели для свойств слоя со штриховкой — это тонкие линии континес, толщина линии 0,25 штриховки тонкими линиями у нас отображается. Материал, который режется толстыми, но само обозначение графического материала тонким. Цвет можно использовать любой, можно задействовать черный цвет. Как вам удобнее. Делаю этот слой активным. Слой со штриховкой. Дальше что? Перехожу во вкладку «Главное». «Главное», «Штриховка». Здесь нам нужно выбрать пользовательский образец со штриховкой. Можно ее выполнять аннотативной частью, можно ассоциативной. Во-первых, нужно знать, какой масштаб будет отображение, чтобы потом в дальнейшем можно было использовать аннотативный. Я сейчас буду пользоваться ассоциативным и самостоятельно подбирать масштаб штриховки. Масштаб штриховки подбирается от отображения вашего материала, чтобы он был наиболее приближенный к материалу вживую. То есть, как вы его видите. То есть, кирпич должен отображаться как кирпич. Не как газобетонные блоки широченными кубиками, а именно как кирпич. На Moodle, дистанционном портале для моих студентов, есть
700 образцов штрихов, которые можете воспользоваться, и взять туда любые другие материалы, которые вы задействовали по своему проекту. Я буду пользоваться штриховками стандартными и подгруженными, соответственно. Я буду выбирать штриховку, максимально похожую на штриховку кирпича. Я могу выбрать любую из стандартных. На самом деле больше всего подойдет ARBRSTD. Масштаб штриховки при ассоциативном режиме 0,6 через точку. 0,6 через точку. Показываю область. Надо будет еще увеличить. Не 0,6. Поменяю ее. Немножко пошире сделаю. Линейка сейчас измерять ничего не буду. Скорее всего, единицу. Да, могу не использовать такое. Могу сделать еще немного побольше. Потому что чисто навскидку я могу представить, как он будет выглядеть относительно габаритов моей колонны, которая 400 мм. Все-таки, скорее всего, единица или полтора. Подбирается все вживую, чтобы выглядело по графическому материалу. В зависимости от масштаба отображения чертежа, вы сами будете подбирать этот материал. Я представляю то, что у меня в проекте используется и кирпич, и декоративный камень, который будет располагаться у нас ниже. Расставляю штриховку на данный момент по кирпичу. То, что должно быть кирпичным, будет отображаться кирпичным. Нажимаю Escape, чтобы штриховка не переносилась на другие какие-либо элементы. Дальше задам штриховку для декоративного камня. Штриховка для декоративного камня. Gravel. Могу неправильно выражаться, особенно с английскими какими-либо обозначениями. В английском я достаточно слаб. И добавляю штриховку декоративного камня. Сейчас я сначала ее поставлю и буду ее увеличивать, чтобы она подходила по масштабу. Соответственно, обратите внимание, что хоть у меня кирпич был одного масштаба, штриховку на моего декоративного камня мне нужно использовать больше, крупнее, потому что иначе она будет нечитаема. Скорее всего, будет пятерка или десятка. Не смотрите на соседа, компаньона, какой у него используется масштаб штриховки, подбирайте собственноручно, чтобы она наиболее реалистично смотрелась на вашем проекте. Штриховка колонн, колонная железобетонная. Здесь есть два случая. Я могу поставить ей штриховку для обозначения, либо могу оставить ее белого цвета. Лучше всего задать на самом деле штриховку. Штриховку для железобетона можно использовать ту же самую штриховку, как и для песка и для штукатурки. Это приемлемо. Вот. AR Sand. Сейчас посмотрим, как она подойдет. Десятка велика, сейчас поставим пятерку. Маленькая единичка. Но он более-менее приемлем. Единичка, двойка, скорее всего, где-то так. Ступеньки можно не штриховать. Дальше. Наша крыша. Если вы используете металлочерепицу, я буду пользоваться одной из 700 образцов штриховок, которая была в данном случае, это штриховка под названием Spanish 1. Я еще и буду подбирать масштаб, чтобы она адекватно смотрелась для металлочерепицы. Для тех, кому понадобится файл с образцами штриховок, ну их на самом деле в интернете достаточно много, можете написать мне, ссылка на мою почту есть в профиле канала. Spanish 1 наиболее подходящая. Вы скажете, ее сейчас не видно. Сейчас мы с вами будем настраивать ее масштаб. Как только у меня отвиснет программный комплекс. Замечательно. Скорее всего, это будет где-нибудь в районе 20, даже похоже. Когда вы добавляете штриховки, наибольшее количество элементов, которые добавляются в программный комплекс, он начинает немного подвисать. У меня плюс еще видео записывается, поэтому оперативка у меня и так нагружается. Сейчас попробую максимального значения 50. Нет, больше нужно сотню поставить. Да, сотня адекватно смотрится для данного масштаба. Металлочерепица. Окей. Вентканалы я могу не штриховать. Это не дымоходы, а вентканалы. Потому что у нас еще материал их неизвестен. Это учебный проект. На самом деле они делаются уже сразу, доставляются в готовой сборке и собираются стык-стык уже на самом этапе строительства. Поэтому мы сейчас материалы не знаем, из чего он может быть сделан. Дальше что мне необходимо? Поставить размеры. Размеры мне необходимо поставить. Я перехожу в свои размеры. Для тех, кто не знает, так, сейчас посмотрю, у молодого человека есть ли размеры слой. Да, есть. Размеры тоже тонкими линиями выполняются. Цвет можно задействовать черный. Линия continuous, непрерывная. Толщина линии 0,25. Тонкая линия 0,25 и толстая 0,5.
ставлю линейный размер, расстояние между моими крайними осями. Вот таким вот образом. Дальше что нам необходимо с вами сделать? На фасаде мы с вами будем, во-первых, отображать наши высотные отметки. Высотные отметки можно задействовать. В динамических блоках у нас с вами был добавлен на курс. Либо запроектировать свой блок, либо запроектировать высотные отметки вручную. Для построения высотных отметок нам с вами понадобятся вспомогательные линии. Я перехожу сразу же в свои высотные отметки. Высотные отметки. И для всех элементов, для которых они необходимы, мы с вами выносим вспомогательные линии отображения наших высотных отметок, на которые уже будут привязываться сами высотные отметки. Всяческие коньки, крыши и прочее. Напоминаю то, что для упрощения на фасадах можно распределять высотные отметки. Распределение их идет согласно фасадам. Если у вас несколько фасадов, я, соответственно, могу их распределить по фасадам. Вот тот же самый конек крыши, он является одним из самых обязательных. Он должен располагаться на всех фасадах. Низ, верх вентканала, верх шапки зонта вентканала. Все это я разношу по сторонам. Переключу в ортогональное ограничение перемещения курсора. То, что касается крыши, не сверхкрыши. Ограждение является архитектурным элементом. Мы на плане архитектурных наших фасадах не выносим наше ограждение. Дальше что? Потому что оно может варьироваться на самом деле. По нормативам многие знают, что минимального значения 1100 должна быть для общественных зданий, но об этом уже более детально буду рассматривать в видеоуроках, которые у нас идут по дальнейшим обучающим. Из динамического блока я воспользуюсь высотной отметкой. Она уже заранее создана. Я просто скопирую и вставлю на наш план. На самом деле здесь на плане должна была уже быть высотная отметка, динамический блок с высотной моей отметкой. Перегоню эту высотную отметку в слой высотной отметки, соответственно. Дальше скопирую и расставлю по основным элементам, которые я могу сейчас вынести, и мне не потребуется куда-то их распределять. То, что касается высотных отметок крыши, я могу использовать расстановку высотных отметок поэлементно, то есть расположить высотную отметку на моей крыше, без какого-либо смещения. Дальше что? Добавляю те высотные отметки, которые мне необходимо распределить по направлениям. Напоминаю то, что высотные отметки необходимо, чтобы располагались на одной прямой. Текстовое обозначение, то есть высота, должна всегда располагаться над полкой выноски. Высоту. У меня сейчас все высотные отметки имеют обозначение уровень земли. На самом деле здесь не уровень земли пойдет, а обозначение высоты вашего основного участка. Как он определяется? Землю вы знаете минусовую отметку, вы знаете отметку пола. Пол у нас с вами идет тонкой линией, которую мы оставляли на фасадах специально вспомогательно. Нулевая отметка должна быть без плюса и минуса. То есть, к примеру, высота участка до, предположим, моего конька крыши. Вот он, мой конек. Я возьму линейку и измерю. У меня получается 9300. Соответственно, беру высотную отметку моего конька крыши. Ставлю значение. Плюс 9,30. Уровень земли опять же удаляю. И распределяются высотные отметки. По завершению расстановки высотных отметок вспомогательные линии у нас удаляются. Они нам с вами уже не нужны.
Дальше что нам необходимо? На этом плане у нас еще с вами не хватает, на этой отметке я добавил, условных обозначений. Условные обозначения я могу воспользоваться, если они у вас были загнаны в блок стандартные ваши. Условные обозначения с плана этажа. Если кто-то не делал эти условные обозначения на предыдущих планах, высота текста 2,5 мм, соответственно, расставляются условные обозначения. Можно их делать рядышком с фасадом. Что мне необходимо здесь отобразить? Ну, во-первых, графическое обозначение высотных отметок, высотных отметок условных обозначений, уже будет выглядеть как кусочек вашего фасада толстыми линиями. Соответственно, я перехожу в слой условные обозначения, да. Условные обозначения должны находиться в слое условные обозначения. Выполняю прямоугольник. Потерялся построение прямоугольника. Слой текущий не сделался. Еще раз. Условное обозначение. Выравниваю относительно текста. Толщина линий должна быть толстой. Копирую. И добавляем. Первая штриховка. Но пускай будет кирпич облицовочный. Пускай будет металлочерепица. Дальше. Для тех, кто не знает, можно регулировать высоту элементов, зажав клавишу Ctrl и на клавиатуре стрелочки вверх-вниз. Я сейчас передвигал просто таким образом. Дальше железобетон. Штриховка должна быть выполнена тоже в слое условное обозначение. Итак, штриховка условных обозначений. У нас должен выходить слой условных обозначений. Меня просто прервали на телефонный звонок. Я немного остановил видео. Как выполняется эта функция? Мы с вами выбрали уже слой условное обозначение. Теперь будем выполнять штриховку. Можно было бы скопировать свойства на штриховке, нажав функцию и расставив ее в квадратиках. Но они тогда взаимосвяжутся между собой, а штриховка в условных обозначениях должна быть в слое условных обозначений. Меняя штриховку в условных обозначениях, они тогда поменяются у нас в слой и на нашем фасаде. Чтобы этого избежать, я просто запомнил, либо себе записал масштаб всех штриховок и буду их снова расставлять. Ну и обозначение всех штриховок. Я для нашего кирпича полтора... кирпич. Дальше штриховка Spanish наша. Spanish штриховка. Spanish, если быть правильным. Spanish 1. Масштаб ее сотню я брал. Ставлю металлочерепицу. Дальше. У нас еще нет штриховки одной. Декоративный камень. Скопирую. Ставлю. Декоративный камень. Итак. ЖБ. Штриховка. Слой условных обозначений. Все. У меня для ЖБ я выбирал штриховку базовую. ЖБ. Сейчас я масштаб поменяю. Здесь у меня была двойка. И, соответственно, декоративный камень.
декоративный камень. Его масштаб у меня был 10. Напоминаю то, что высотные отметки вы должны измерить по линейке от нулевой отметки. Соответственно, до уровня земли это минус 450 у нас будет. Давайте на примере поставлю. Минус 0,450 миллиметров. Все мы измеряем миллиметров. И так далее. Все измеряем по линейке и идем вверх. Нулевая отметка у нас должна быть без плюса и без минуса. Сейчас это просто небольшой глюк динамического блока. Просто его подсвечиваю и отпускаю. Вот таким образом у нас с вами оформляются фасады. Сейчас будет записано видео еще дополнительно по разрезам. У моих студентов вопрос основной. Некоторые мне задают те же самые вопросы, что отображались на видео, из чего я посмотрел статистику видео. И на самом деле видео никто до конца не досматривает. В редких случаях досматривают до конца, поэтому, пожалуйста, чтобы избежать какие-либо вопросы и цените мой труд, досматривайте видео. Вот. В дальнейшем, если хотите получать новые уведомления о видео, подписывайтесь на канал, соответственно. Пока у меня все. Всем спасибо, что были тут и слушали меня. Надеюсь быть полезным.